мальчики и девочки, это Кэт из городка Вискасвилл. Мы сегодня на вечеринке, посвященной Крисмасу и Новому году. Смотрите, где мы. Вон у нас сидит Дед Мороз. Все детки подходят, фотографируются с Дедом Морозом. Они спрашивают, что они хотят на подарок. И потом детки, в зависимости от возраста, получают подарки. Здесь у них категории от грудничков до 6, из 6 до 10 лет. Мы находимся в медицинской компании, называется Би Браун. Здесь работает много лет мой муж. И эта компания делает вот такие шикарные вечеринки каждый год для деток и их семей. Timothy's Pictures. Here we go. Hey, hello, Santa. Окей, теперь мы идем смотреть, что дальше. Ага, и мы получили сегодня мячик в подарок от Санты. Классный, вау, супер. И вот у нас столько людей здесь, много. Много людей, все стоят к Санте. И мы идем туда. Вон у нас какая красивая елочка. Какая у нас красивая елочка. Окей, and where are we going next? So, and I'm following. Вот здесь очень-очень много людей. Это все, кто работает здесь, и их не детки. Здесь сидят их рисуют. А здесь даже есть такая художница, которая рисует карикатуры. И вот здесь вот тоже она кого-то рисует. Классно. А сюда мы идем. Можно наклейки сделать детишкам. Cool. Это у нас будет зал, где будет представление. Представление будет потом, попозже. Это мы заходим. У нас зал для еды. Тык-тык. Зал для еды. И здесь мы проходим. И разные угощения. У нас разные угощения. И там у нас обычно пицца, хот-доги, различные снеки, попкорн. Потом идет печенюшки, сладости. И вот все детишки и взрослые, и их родители так развлекаются у нас. Шарики, Новый год, настроение веселое. Окей, всем привет от Кэт из городка Вискасвилл. Всем праздничного, веселого настроения и до следующей связи в эфире. Пока!